Вот он мой жасминчик. Как он красиво цветет, а как он пахнет. О, smells so good. Какое удовольствие. Хорошо, что мы его посадили. Который год он уже у нас цветет в этом контейнере. Какая прелесть. Такой ароматный. Прям чудный. Так, клубничку нашу съели птички. Вот наша красивая петуния. Такая была какая-то несчастная, когда я ее посадила. А сейчас разрослась. И прямо выглядит так хорошо. И здесь тоже вылюднила. Вся-вся вот так красиво разрослась. Прям классненько. Вот эти желтенькие пока стоят. Вот тут тоже петунечка моя. Угу. А вот эти чернобрецы, не знаю, или им солнца мало. Короче, надо будет купить что-то другое, посадить здесь. И здесь надо будет заменить тоже растрепанная барышня в этом году. Какая-то хилая. Там есть два свежих цветочка. Значит, посухло все. Так, посмотрим тут. Вот такие у нас красивые тоже петунии. Прям шикарные. Просто очень классные. Листик. Красота. Птички. Деревья наши. Ручеек. Ой, как хорошо, боже мой. Конец июня. Здесь так прохладненько, хорошо. Прямо очень классно. Петуночки. Эти прям красавчики. Если я их поймаю, я их посажу в те большие горшки тоже. Они прям очень классно выглядят. И тоже так слегка пахнут. Очень нежно. Эти что-то у меня в этом году быстро подсыхают. Красавчик мой жасмин. Какой чудный. Боже ты мой. Как он пахнет обалденно. Так. А вот тут у нас мята двух видов. Пахучая, припахучая. Очень классная. Так, дворик наш. Столик, стулья. Так, а здесь у нас полынь. Это полынь. Садила, взошла. Что тут, не помню. Наверное, ничего. Надо все засадить петунией. Уютно, уютно, уютно. Сейчас возьму одеялко и прилягу здесь на обеденный перерыв.